Здравствуйте, меня зовут Наталья, я хозяйка Веста. Нам 5,5 лет, и, наверное, года полтора назад первый раз нас пригласили на донорство. То есть вначале было интересно, а потом, когда стали приглашать первый раз, второй раз, третий раз, я не отказывалась. С учетом того, что донорами животные бывают редко, может, мы кому-то поможем.